Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент 10 серии сериала «Игра моей судьбы». После того, как Джемаль увидел идиллию в парке, в котором отмечали день рождения Наргиз, его мечты на воссоединение семьи рухнули. Он очень хотел опять стать отцом для своих детей. Махир, не догадываясь, стал опорой для сие детей. Наргиз говорит Махиру, что он самый главный подарок для них. Спасибо, что им судьба послала его. Махир готов быть для сие, кем она захочет, главное это быть с ними. Фикрет спрашивает у Махира, когда эта игра в фиктивную семью закончится, или же брат реально влюбился в эту девушку Асие, на что Махир дает честный ответ, что он влюблен в Асие, а значит готов бороться за ее сердце. Раджи после того, как унизил отец при всей семье, готов отомстить Махиру и Асие. Он едет в Амасию, чтобы найти тайну, которую скрывает Асие. Подруга Асие Мираль будет втянута в эту ложь. Прошлое, которое Асие так сильно пыталась скрыть, может все изменить. Захиде узнает, что Джемаль и Асие уехали вместе на машине, и говорит, что они сбежали. Джемаль, отчаявшись, что сможет все исправить, сделает неожиданное для всех решение. Асие попадет в ловушку Джемаля, даже не зная, что ее ждет. Как эта ситуация обернется, увидим в 10 серии сериала «Игра моей судьбы», которая выйдет 25 февраля в 20:00 на телеканале Star TV. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!